Отток новичков и снижение активности инвесторов привело к тому, что количество транзакций в сети биткоин уменьшилось до показателей 2016 года. Аналитика поисковых систем по криптовалютам тесно связана с курсами соответствующих криптомонет. Негативный новостной фон 2018 года привел к падению курса большинства криптовалют, а капитализация рынка упала в два раза. Неопытные пользователи разочаровались в криптовалютах и вышли из игры. Более искушенные игроки не стали поддаваться панике и продолжили хранить средства на счетах, ожидая роста. Изменилась и география трафика. Если раньше интерес к биткоину проявляли в основном страны третьего мира, то сейчас основное количество запросов приходит из экономически развитых регионов.